Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится устройство Pixel 8 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Если здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз и ищем ее уже тут. Находим, перетаскиваем вверх. Возвращаемся. И теперь здесь мы можем ее включать и выключать. Если мы зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки данного режима точки доступа, где мы можем настроить название точки доступа, мы можем настроить защиту, можем поменять пароль и можем включить автоматическое выключение точки доступа. Также можем настроить диапазон и совместимость. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.